Программа борется за качество услуг, производится в интересах зрителей и не сотрудничает ни с какими коммерческими организациями. Если вас обманули, пишите нам blacklist@friday.ru. Это новый сезон проекта «Черный список». У нас тут такой праздник. Телеканал «Пятница». Да ладно. Господи, у меня так ощущение, что я во сне. И новый дежурный по стране Дмитрий Масленников. Привет всем, это Дима Масленников. Работаем. Вся Россия знает его как топ-блогера и звезду интернета. Дима. Я знала, что здесь какой-то подвох. А он изнанку интернет-сервисов. Это что? Это кто? И социальных сетей. Друзья, у нас какой-то шок-контент. В одной комнате четверо маленьких детей и няня с топором. В новом сезоне Дмитрий раскроет новые уловки онлайн-мошенников. Это же просто вымогательство. И выведет на чистую воду недобросовестных поставщиков услуг. Скажите, пожалуйста, вот это адекватно или нет? Теперь Дмитрий решает, кому можно доверять. Хочется аплодировать вам стоя. А кого занести в черный список? Не-не-не-не, больше. Мы начинаем. Друзья, интернет буквально переполнен ужасными историями о последствиях косметологических процедур на лице. Десятки, а то и сотни пострадавших от рук недобросовестных специалистов. Сегодня я бы хотел выяснить, насколько качественно, а самое главное, безопасно проводить подобные процедуры в домашних условиях. Меня зовут Дмитрий Масленников, это «Черный список». Мы начинаем. Сегодня «Черный список» проверит мастера по депиляции, перманентному макияжу и лифтингу. Прямо сейчас мы начинаем искать специалиста, чтобы избавиться от лишней растительности на лице. Приступаем. Дмитрий ищет подходящего мастера на известном сайте по подбору персонала. Что ж, мне очень понравилась анкета специалиста Валерии. Она сертифицированный мастер шугаринга, у нее хорошие оценки, ну и, конечно, чистые прекрасные подмышки. Ну, не конкретно у нее, а на фотографиях как пример работы. Что еще нужно для счастья? Договариваемся с Валерией о встрече и о цене. Депиляция обойдется нам в 1500 рублей. И дополнительно 300 рублей за выезд. Помогать Дмитрию оценивать работу мастеров будет пластический и реконструктивный хирург Рано Азимова. А встретит специалиста наш тайный агент Майя, которой нужно избавиться от небольшой растительности на лице. Здравствуйте. Майя? Я Майя, да. Проходите, пожалуйста. Вставайте тогда в комнату. Пройдем, да? Пожалуйста. Так, здесь, да? Да, проходите. Дорогие телезрители, пожалуйста, посмотрите на эту комнату. Это не просто комната, а настоящее царство антисанитарии. Мусор, пыль, использованные пеленки нашего питомца. И в таких условиях проводить косметологические процедуры запрещено. Сейчас посмотрим, согласится ли мастер Валерия проводить процедуру в такой обстановке. Розетка мне нужна. Ну, розетка вот здесь вот работает, пожалуйста. Собака так? Да, да. Собака так? А кто еще? Так, ну что ж, антисанитария нашего мастера совершенно не пугает. Она поставила аппарат для разогрева воска, я так понимаю, да, прямо на пол, чтобы он хорошо смотрелся вокруг описанных пеленок. Так. Валерия надевает перчатки, а это значит, что процедуре точно быть. А для меня главный вопрос, да, мастер все-таки надела перчатки, но будет ли она ими трогать какие-то наши пыльные объекты? Останутся ли перчатки стерильными? Ну вот, не прошло и минуты, как теми самыми перчатками она трогает свой прибор, который ехал в непонятной сумке, в том самом
адовом углу, который мы устроили в этой комнате. Извините, если у меня руки трясутся, я... Потому что немного нервничаю. Извините, у меня руки трясутся. Почему вы нервничаете? Потому что я недавно только начала. Понятно. Я отучилась в этом в школе. Ну, то есть я много курсов взяла всяких. То есть она еще совсем новичок. Но в любом случае надо отметить то, что она смывает макияж и проводит дезинфекцию. Честно призналась, что она не так давно этим занимается. За честность можем плюс поставить? Я бы поставила. Мне все понравились честные люди. Пройдусь еще раз по губе. Пройдусь по губе. Еще одна фраза в золотые цитаты черного списка. После дезинфекции лица мастер приступает к нанесению воска. Сейчас оценим стерильность ее инструментов. Рено, подскажите, пожалуйста, как часто вот эта шпатель, да, прибор, которым она наносит воск, по губе уходит, как говорится, как часто он должен меняться? Ну, в целом, если она не дотрагивается до грязных каких-то зон, то она может одним шпателем одному там клиенту делать все. Но непонятно, был ли этот шпатель изначально стерильным. Но вот сейчас она на подоконник его кладет, так что да, это не годится. Так, ну это главный минус. Может быть, пинцет для удаления волос будет стерильным, в отличие от шпателя. Рано, а вы не заметили, откуда она достала пинцет? Она должна была его достать из стерильного пакета, перед этим показать, что пакет стерильный, что она его стерилизовала. Стерильность инструментов под большим вопросом. Прямо сейчас проверим Валерию на профессиональные знания. Скажите, пожалуйста, а если вот мы сейчас за 15 минут успеем, вы не делаете пилинг еще? Пилинг категорически противопоказан после депиляции, так как верхние слои кожи нуждаются в восстановлении. Их трогать нельзя. Посмотрим, согласится ли оказать эту услугу мастер. Ну, я же не косметолог, я мастер депиляции. Но если я вам дополнительно заплачу, не сможете, нет? Ну, точно не сегодня. У меня второй клиент сейчас ждет. Правильно, она очень тактично отказывается в любом случае. Да, за это мы плюс поставим. Процедура подходит к концу. Пора познакомиться с мастером при камерах. Здравствуйте. Хотелось бы познакомиться. Меня зовут Дим Масленников, это телеканал «Пятница. Черный список». Как вас зовут? Валерия. Валерия. По-настоящему все это время мы за вами наблюдали. Как вы проводили процедуру, как вы делали ее. И хотелось бы задать вам пару вопросов. Отметить хотелось бы, что вы большая молодец, что действительно все делали честно максимально. Отказались от той процедуры, которую не стоит проводить. За это вам аплодисмент. Господи, у меня такое ощущение, что я во сне. Не, все было отлично, у вас была форма, вы надели маску по-настоящему в условиях пандемии. Это крайне необходимо, и я вам так скажу, немногие это делают. Но есть минусы. Давайте. Вы знаете, какие минусы вообще? Ну, я считаю, выделить? Что я сделала не очень хорошо. В плане того, что у меня слишком сильно воск разгрелся. Почему так произошло, что он очень сильно разгрелся? Мне было не очень удобно там вот это все, мне было негде разложиться и так далее. А почему же вы согласились в таких условиях? Потому что я развиваюсь и ищу клиентов, и хочу закрепить за собой людей. Ну, смотрите, естественно, та комната, в которой вы проводили процедуру, подготовлена полностью нами. Я могла бы отказаться, да? Вы должны были отказаться, да? Скорее. Надо подвести какой-то итог. У нас есть определенные правила. Если мастер выполняет свою работу идеально, то мы удваиваем его гонорар. Если мастер делает свою работу плохо, то мы заносим его в черный список. Но так как вы новичок и только учитесь, естественно, какие-то минусы могут быть.
Желательно, чтобы вы в будущем исправили. Мы просто оплатим вам вашу работу и в черный список вас не занесем. Спасибо. На очереди перманентный макияж бровей. Дмитрий ищет подходящего мастера на известном сайте по подбору персонала. Мне сразу же бросилась в глаза анкета специалиста Оксаны. У нее большой опыт работы, целых 4 года. Я очень надеюсь, что настолько опытный специалист Оксана будет работать чисто, аккуратно и не навредит здоровью нашего агента. Перманентный макияж бровей от Оксаны вместе с выездом и необходимым оборудованием обойдется нам в 3800 рублей. Встречает мастера наш тайный агент Юлия, которая решила сделать свои бровки еще красивее. Здрасте. Проходите, Оксан. Так, нужно отметить, что специалист пришел в маске. Не часто это у нас происходит. Так, куда? Пойдем, я тебе покажу. В ванной комнате мы подготовили сразу две ловушки. Вместо мыла в оранжевой емкости. Зубная паста, а также полотенце не первой свежести, которое к тому же валяется на полу. Посмотрим, как Оксана решит проблему с дезинфекцией. Спросит ли у хозяйки мыло или спустит все на тормозах. Нужно отметить, что наш специалист действительно пошла мыть руки, но там была небольшая ловушка. Дело в том, что один бутылек из-под мыла у нас пустой, а во втором по-настоящему зубная паста. Там полотенце есть, висит. Вещей не вижу. Не бери. Процедура начинается. В комнате все та же антисанитария. Может, на этот раз такие условия смутят мастера? Как я надеюсь, что она откажется от оказания услуг в этом хаосе? Похоже, не откажется. Стол уже разложен, и назад дороги нет. Так, можете что-то постелить? Ну, подскажи, пожалуйста, у нее же должна быть какое-то свое покрывало? Да, потому что она ходит к разным клиентам, и ну, она должна стерилизовать как-то эту кушетку. Ну, либо показать при клиенте, что она ее как-то стерилизует. Давайте так прям. Смотрите, как вам будет удобно. А наш агент причем ее провоцирует. Она говорит, ну, давайте так. Ну, давайте. Специалист ответил, ну давайте. Это 100% минус. Необработанная кушетка, установленная прямо на использованных собачьих пеленках, уже готова к приему клиента. Хочу заметить, что сейчас происходит в кадре. После того, как она ходила по нашему грязному, невероятно грязному полу, она сейчас поправляла носки. Она поправляла носки, и сейчас этими руками она будет делать процедуру. Минус. Нестерильная. Следующая проверка на матчасть. Прямо сейчас наш тайный агент погоняет мастера по теории. А можете вкратце рассказать про процедуру? Я просто первый раз писала. Угу. Ну, первый раз делаю вообще. Угу. Я вижу, да, что у вас. Перманент, напыление, теневая растушевка – это, в принципе, все одно и то же. А это я поняла, что вы мне под кожу какой-то пигмент будете вводить? Да, на глубину 0,5 миллиметра. Это не вредно? Как татуировки? Абсолютно нет, потому что здесь совершенно другая техника, не такая, как при татуировках. В принципе, по ее рассказу, по ее речи, понятно, что она и жнец, и спец, и на брови игрец, как говорится. Более опытный специалист, чем первый наш мастер. Сейчас посмотрим, насколько безопасно и стерильно будет производиться процедура нашим более опытным мастером. Она мусор куклами руками. Да, зачем ты мыла руки? Скажи, пожалуйста.
тут же этими руками по лицу клиента. Ты чё? Мастер приступает к работе. Но это еще не все проверки на сегодня. Подожди, я прямо сейчас в черном списке. Операция. Курьер. Ой, курьер. Курьер приехал. Оксан, можно попросить вас открыть дверь? Да, могу. Пакетик у него небольшой, возьмете? По нашему сигналу в квартиру звонит наш тайный агент. Курьер. Он передаст доставку мастеру, после чего, по всем правилам, нужно будет заново помыть руки или обработать их антисептиком. Здравствуйте, доставочка. Давайте. Спасибо, до свидания. До свидания. Оксана, мы даем тебе прямо сейчас второй шанс. Ты взяла пакет у курьера, который непонятно где был. Пожалуйста, после этого помой руки. Сколько всего могло сейчас переместиться на лицо нашего клиента? Друзья, именно для этого существует проект «Черный список», чтобы показывать вам подобную жизнь. Видите, иголочка одноразовая. Показываю. Смотрите, глазки откройте. Так, что? А, типа она, я показываю. А. Иголку действительно показывают, да. Одноразовую, но голыми руками ее трогают. Нет, нет, смотри, смотри. Вот. А. Пятилетний-то опыт чувствует. Так, ну слава богу, тело перчатки. Плюс. Я сейчас в туалет на секунду схожу, у меня критические дни. Плюс, ладно? Да, конечно. Вопрос. При подобной проблеме у девушек противопоказания имеются? Я бы не сказала, что это абсолютное противопоказание, но это может вызывать некие там вещи, то есть, ну, как бы отек сильнее, там, например, какие-то синячки, может быть. Она могла тоже ее об этом предупредить. Кровь становится более жидкой, так скажем, свертываемость ухудшается, и поэтому мы, к примеру, не оперируем пациентов во время этого периода. Никаких критических дней у нашего агента нет, и ей ничего не угрожает. А вот то, что в обработанных перчатках мастера появляется грязный телефон, уже опасно. Ой, все, я не могу на это смотреть. Она, значит, обработала перчатки, продезинфицировала их и потом взяла телефон в руки. Да. Это минус. На 2 недели никаких бань, саун, косметологов. А я послезавтра в Таиланд улетаю. Но важный момент, что все это она должна была спросить еще в самом начале. Наша мастер не собрала анамнез у своей клиентки. Она не спросила, собирается ли она в отпуск, во-первых, и не спросила ее об ее каких-то кожных, возможно, заболеваниях, аллергиях, что тоже плохо. Я думаю, что это огромный минус. Обязательно, чтобы было закрыто, закрыты брови. И стараемся не мочить соленой водой. А купаться-то как? Не нырять. Получается, наш агент отправляется сейчас в долгожданный опыт из-за того, что мастер ей ничего не сказала, она во время этого отпуска не будет загорать и не будет купаться. И сейчас прям минутку, и я уже заканчиваю. Так, ну что, наша процедура подходит к концу. Нам все равно все понятно. Пора знакомиться с мастером. Здравствуйте, Оксана. Меня зовут Дмитрий Масленников. Это телеканал «Пятница», «Черный список». Мы, честно говоря, наблюдали за вашей работой. Мы заметили кое-какие плюсы и минусы. Если вы не против, я бы их озвучил. Действительно, очень много полезной информации доносилось до человека. Очень все грамотно, по полочкам. Чувствуется очень большой опыт в этой сфере. Это не вредно? Как татуировки. Абсолютно нет, потому что есть совершенно другая техника, не такая, как при татуировках. Но есть определенные минусы, которые бросились не только мне в глаза, но и нашему специалисту. Учитывая, что у вас большой стаж, вы не спросили свою клиентку о том, есть ли у нее какие-то аллергии или кожные заболевания, возможно. Другой вопрос, который лично меня волнует, вас не смутила обстановка никаким образом? Очень смутила.
очень смутило. А почему вы не предложили как-то сменить место и так далее? Как вы сами себе представляете? Я прихожу домой к клиенту и начинаю диктовать ему свои условия, что мне не нравится, что у него, например, бардак или еще что-то. Я вымою руки, у меня продезинфицированы все инструменты, у меня одноразовые иглы. Ага. Я работаю в перчатках. То есть вы, в принципе, побоялись обидеть клиента, но... Естественно. Вариацию какую-то, чтобы нанести ему вред, не побоялись сделать. А почему? Чем я нанесу? А вот подскажите, пожалуйста, а вы трогали мусор? Трогала мусорку тогда, когда не была в перчатках. Хорошо. А когда были в перчатках, я понимаю, что вы их дезинфицировали, я действительно это видел, а вы не трогали другие объекты? Телефон не трогала, трогала свой рабочий инструмент. А телефон вы не трогали, получается? Телефон не трогала. Не трогали, так не трогали. По правилам нашего проекта, если выполняете свою работу хорошо, мы удваиваем ваш гонорар. Если вы выполняете свою работу плохо, мы оплачиваем ваш выезд. Это все-таки работа. Мы считаем, что каждый заказ должен быть оплачен. Но, к сожалению, телеканал «Пятница» заносит вас в черный список. Ради бога. Ради бога. Спасибо большое. Продолжаем эксперимент. Прямо сейчас процедура подороже и посложнее. Вот сейчас я хотел бы откинуть все шутки, потому что на очереди безумно сложная и ответственная задача. Потому что нашему агенту необходим лифтинг лица с помощью нитей. И с этой задачей, мне кажется, может справиться только самый опытный специалист. По-хорошему, такую процедуру нужно делать в стационарных условиях. Но Дмитрий попробует найти специалиста, который окажет эту услугу на дому. Во время поиска наткнулся на анкету специалиста Марины. Опыт, внимание, больше 20 лет. Мне кажется, ей можно доверять, и прямо сейчас мы ей напишем. В переписке мастер соглашается приехать на дом и провести непростую процедуру на лице. Марина обозначила стоимость от 1000 до 13000 рублей за услугу. С одной стороны, такой лифтинг – это действительно очень сложная задача. Но с другой стороны, у меня какие-то внутренние сомнения, будет ли эта стоимость окончательной или нет. Посмотрим. Для этого эксперимента любезно предоставила свое лицо наш тайный агент Ирина Григорьевна. Здравствуйте. Проходите. Проходите. Давайте я закрою. Ну все, проходите. Пойдемте в комнату. Сейчас я ручки помою, да? Сможет ли мастер добиться чистоты рук с помощью зубной пасты в оранжевом флаконе и грязного полотенца, которое валяется на полу? Угощайтесь, угощайтесь, мы не жадные. А где можно руки вытереть? А, все, нашла. Полотенце упало на пол, она его подняла чистыми руками. Потому что она говорит так. Садитесь, что вы хотите? Какие эффекты вы ожидаете вообще? У меня дочь вообще-то вот придумала эту затею. Она хотела нити. Очень важный момент. Эта процедура нашему агенту никак не поможет. Скажет об этом профессионал или нет? Это вообще слабый момент. Я вам сразу говорю, чтобы ко мне претензий не было. Надо отметить то, что он действительно сражается с клиентом, потому что мастер понимает, что нити ей не нужны. Это, конечно, хорошо, но, похоже, мы рано радуемся. У нас дилемма, надо с вами согласовать, и, может быть, по деньгам. Друзья, вы сейчас видели, как она записывала аудиосообщение, по-настоящему она все это отправляла сюда. И тут она нам пишет, не предупреждая заранее, что у нее выезд от 20000 рублей. Хотя до этого мы такой информации не располагали. Это, безусловно, неправильно. Она заранее должна была предупредить об этом.
Раз уж такие песни, давайте проверим, какие процедуры в наших условиях антисанитарии мастер посоветует нашему агенту. Может, все-таки вы сделаете ботокс и какой-нибудь филлер? А мы вот сейчас будем вот нити или вот то, что вы ботокс еще предлагаете, обе процедуры или одну? Или... Я как бы оплатила, пусть все сделаю. Давайте ботокс, наверное. Это будет 11500. Сделать ботокс и губы хотя бы вам чуть-чуть увлажнить у их. А губы сколько будут стоить? Получается, губы 10 и 12 разные препараты. То есть она пытается добить стоимость до 20. А вот и еще одна проверка. Мы попросим нашего агента остановиться только на ботоксе. Сейчас посмотрим, будет ли мастер настаивать на дополнительных услугах. Давайте ботокс, наверное. Губки посвежее. Знаете, когда губы делаешь, Нет, давайте это. Губы, я боюсь, давайте только... Не бойтесь, не увидите. Ой, нет, давайте лоб. Можно отметить, как специалист навязывает процедуру, которую клиент не хочет. То есть она несколько раз ей предложила сделать филлер в губы, которые, очевидно, не хочет делать клиент, но она все равно продолжает это делать для того, чтобы определенную сумму заработать сейчас. Давайте потихонечку так укладывайтесь. Ну что ж, будем колоть нашему агенту ботокс в лоб. Напомним, что антисанитария в комнате никуда не исчезла. Но, может, мы получим чистоту от самого мастера? Надела перчатку, и сейчас мы посмотрим, будет ли она брать посторонние предметы в руки. Не бери телефон, не бери, пожалуйста, я в тебя верю. Не надо, что ты взяла? Зачем тебе стерильные перчатки, если после этого ты берешь телефон? Это минус. Похоже, мастер пытается уговорить нашего агента на дополнительную процедуру, назойливо презентуя свое портфолио. Ну вот, спасибо. Давайте делать, да, значит. Получается, у нас следующее, я сейчас делаю вам без ботокс. Плюс 200. Получается 13 тысяч рублей. Если сделаем губы, то это 10 тысяч. Ну, я могу вам 1000. Нет, давайте пока начнем со лба, потому что я... Я там хотела вам губки, вы бы увидели эффектик. А давайте я вам еще девочку покажу, которой 40 лет. Да сколько можно уговаривать нашего агента? Ирина Григорьевна уже сказала, что не хочет. Ранат. Скажите, пожалуйста, насколько вообще нормально делать ботокс в подобных условиях? Ну, ботокс – это, конечно, не нити вставлять, но в целом это довольно странно. То есть тут лежит пальто, которое она принесла с собой и положила рядышком. Я напоминаю, что на этой кровати у нас несколько часов назад лежал пес. У меня такое чувство, что мастер волнует больше, как заработать денег, а не обстановку в комнате. А это мы сейчас и проверим. Наш пушистый агент по кличке Шурик зайдет в комнату во время процедуры и намекнет на антисанитарию. Несмотря на собаку в комнате, процедура по вводу ботокса в лоб продолжается. У нас остается еще одна ловушка. Проект «Черный список» — это поле боя с некачественными специалистами. Пора позвать бойцов. Внуки квартиру разнесут сейчас. Наши маленькие агенты с минуты на минуту забегут в комнату и разбавят сосредоточенную косметологическую процедуру. Может, это заставит мастера прервать сеанс? Ноль, ребят! Ноль! Вот это профи! Это какой-то сюр. Наши маленькие вояки прибежали в комнату, а специалист не реагирует на это совершенно.
Друзья, я слышал, что Маргарет Тэтчер когда-то называли «железной леди». Эта фраза точно не про нее. Вот она во плоти. Процедура подходит к концу. И настало время задать мастеру вопросы при камерах. Марьяна, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Масленников. Телеканал «Пятница», «Черный список». Почему это плохо? Мы за вами наблюдали в течение всего процесса, и хотелось бы дать какие-то комментарии, если вы не против. Ну куда же вы убегаете? Ну, смотрите, ну вы же настоящий профессионал. Зачем вы убегаете сразу? Настоящий профессионал, который отговорил клиента от ненужной процедуры совершенно. Юридически оформили все. Это же гигантский плюс. Чего вы испугались-то? Я не испугалась. Так, ладно, давайте, если вы о плюсах не хотите говорить, может, я озвучу минусы-то? А вот подскажите, пожалуйста, нормально грязными руками такую процедуру делать? Почему грязными? В перчатках. В перчатках? Ну вы же в перчатках брали свой смартфон. Марьяна? Но раз специалист решил не слушать плюсы и минусы своей работы, то мы вам о них напомним. Во-первых, это антисанитария. Руками брали грязные полотенца. Смартфон в руках, в перчатках во время проведения процедуры. Ну и, конечно, изменение стоимости на услуги буквально за несколько минут до прихода. Друзья, вы сами все прекрасно видели. Я, честно говоря, в замешательстве. Я не понимаю, удвоить ей гонорар, оставить в покое, либо занести в черный список. Решение за вами.